отдела обзорного парка. Но он такой себе. Наш лайнер. Показывает мясо. Значит, идем мы к Щепе. Пару комментариев, что думаешь об этом скейт-парке. Скользкие. Еще. Блин, воняет мясом и слюной. Мясокомбинат? Да, есть немного. Еще, пожалуйста. И с цаками собаки. А теперь о вашем катании поговорим. Ну вообще я монстр. У меня как бы спонсор и вся херня. Я профессионал шреддер малолетний. Профессионал шреддер малолетний. Я даже выговорить не могу такое слово. Ну это он. Это скользкий парк. Очень скользкий. Согласен. Давайте заставим Шепа сделать крейнкар шреддерский. Давай, Шепа. Я сделаю по маленькому. Давай, сначала на маленьком, потом на большом рейде. Давай, посмотрим. Шреддерский крейнкар. А, это он пресс хотел покачать. Вот в чем прикол. Короче, захотел тоже накачаться. Да, это все было. Опа-опа, нифига, пицуха. Красава, дай пятюню. Йо. Смящий шреддер? Профессионал, смящий шреддер. Ну чё, давай, вроде давай. Ты готов. Он едет. Йоу. Где на большой рейл? Давай, Шепа, ты мастер, ты первый трай сделаешь. Сам просто пока не было этого скейт-парка, похоже, ему не было чего делать, и он пошел из этого на ММА или кикбокс. Я точно не помню. А, почти, ребят, почти. Вообще он доберет. Шепа вообще красавчик, вот реально, слов нету просто. Сейчас, короче, я поделаю пару крючков. Давай еще раз. Шепа делает барсперс. Сил нету больше. Ну, конечно, так много боксировать, так у любого силы кончится вообще. А это наш местный кассир. Он на кассе работает. Влог. Здравствуйте, Юрий Моги. Крутой братишка, вообще прям пацан. Сейчас будет пить. Word. Нормально. Главное не сдаваться. Засмущал меня. Какое наслаждение, вы посмотрите только на это, ребят, ну просто. Команда. Ну в общем, контент потихоньку пилится. Синтол сила. Так что да. Да? Да. Да. Всем привет, мы с вами Шипайло, а вон там вот Юра. Который сейчас будет делать трюки. Давай, Юра, мы все за тебя. Это вот самая нелепая конструкция в этом парке. Просто вот что это такое? Для чего они это сделали? Ну блин, вот мой рост, да. Просто не понимаю зачем, только если прыгать с ней, реально. Ну, могли бы хоть вот такой высоты его сделать, эту мини-рампу, да, я понимаю, там потолок, но блин, до него все равно не долетишь. Вот такой высоты и порежь, и
уже было бы много интереснее, что скейтерам, что и лайнерам, что миксерам. We pull up, new whip, skirt, skirt, gang. New chick, new watch, in my bag. I feel so fly, in my bag. Left side, swag, right side, swag. Pull up, new whip, skirt, skirt, gang. New chick, new watch, in my bag. I feel so fly, in my bag. Left side. Ну, в общем, я накатался, наснимался. Передаю слово Шепе. Йоу-йоу-йоу, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, покупайте полёты на их инстаграма. Palma.frombagamas, тут будет ссылочка. И... Так красиво все было, давай. Вот тут вот все, подписывайтесь. Ссылочка.